Здравствуйте, дамы и господа. С вами сегодня, как всегда, Попокинс. И сегодня мы играем в эту чудесную игру Майнкрафт. Начинаем. Я тут сохранил кое-что. И, как вы помните, наше последнее сохранение. Видите, я тут чуть-чуть все изменил. У нас появился тут ящик. Сейчас мы все соберем. Наступило утро как раз. Сейчас мы все соберем, все разломим тут. Потому что нам пора переходить. Идти из этого дома в другое место. Конечно, я потратил свою кирку. Я ночью воевал, поэтому, видите, но у меня восстановилось здоровье. Так, сейчас у нас есть мечи. Есть уникальная возможность лететь сюда. Вижу овцу, вот это очень хорошо. Потому что овца... Я даже железный меч потрачу. Не бежал. Еще... Готово. И последний. Yes. Но он живет. Чем я убил одного зомби в золотых доспехах, если вы хотите знать. Хотя этого мне и так уж интересно. Я получил краситель. Так, у меня что-то заглючило. Ну ладно. Продолжим. Что, мы ищем подходящую полянку и желательно рядом с озерцем. Шлем, а лучше вообще с морем. Там больше моря. Ага, а тут где-нибудь должна быть хорошая поляночка. Переплывем. Вплавь. Ой, как холодно. Холодная вода. Ладно, я шучу. Чё, ну его реально? Для того, что нет. Опаньки. Хорошо. Мы пришли. Мы нашли джунгли. В джунгли я и собираюсь брать свой дом. Какая бабы, вот что. Ой, можно идти, а тут надо плыть. Опять плавь. Вот тут я тут делаю дом. На берегу речки. Так, кстати. Надо разбить их место. Какао бобы. Так, все. Сейчас я буду залезть. Что не очень-то и легко. Самый-самый верх. Что очень тяжело сделать. Хорошо. Вот тут вот мы и начнем рубить. Убьем быстренько топорчик. Желательно железный, деревянный. Быстро сломается, меньше будет. У него небольшое отличие. Ага, овечка. А курица, ну это тоже неплохо. О, курочка.
тебя яйцо тогда было? Нет, никакого яйца. Видите, у меня уже три вот этого опыта, три таких штучки. Ну так, чтобы нам расширить тут местность, буду по чуть-чуть расширять. Делаю сначала небольшой домик, потом буду изнутри так расширять, расширять. Думаю, планирую сделать несколько комнат. Вот так, землю. Так, нарубим быстренько деревце. Обязательно, между прочим. Потому что дома без этого не хватает сделать, особенно если планируем большой дом. Должно ложиться быстренько. А, топорику. Топориком я учился. Все дорубил. Ага, вот еще. Так, полик. Готов. А теперь расширяем, 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 расширяем. Расширяем, расширяем, расширяем. Ага, вот это не дорубил. Место, мне кажется, вот этот кончик надо еще дальше. Вот эту часть надо было прорубить, короче. Ой, да, кончается. А, есть. Так, свинина. Это не так дорого. Я даже клюкнула тут. О, яблочко. Камеры устанавливают даже два здоровья. Поблюдаемся свинкой. Yes. И восстанавливаем все здоровье. Ух. Ну все. Мы убили, мне кажется, достаточно дров. О, уже 52 таких. И может уже становиться темнее. И уже темнее. А нет, еще нет. Что-то ночью очень долго. Хотя это из-за того, что... Из-за того, что ночью скучно играть. Да. Ночью, кстати, скучно мне играть, потому что ночью я никуда не вылезаю, потому что там монстр. И есть вероятность, что тебя убьют. И вещи. Но я выходила вечером. Потому что криперы, когда вблизи от дома, у них, во-первых, лучше. Вот если они заметят, они могут взорвать на дом. Ну, это... Делаю такой красивый вход. Из разных досок. Будет еще одна дверь, потому что хватает двух дверей на большую часть. Вместе у меня есть некоторые материалы, нужно складывать вот так вот. Две двери можно, но так понять. Ну, в общем, мы все это заделаем. Крышу лучше сначала.
за второй этаж буду приниматься. Нужно еще деревца. Yes. Тут надо перекрыть. Теперь мы сделаем печь. Печь. Вот 8 хватает на печь или 8 камней хватает на печь. Нет, большой. Так, прекрасно. Не хватает одного. Второй, хотя бы второй. Одно срубить всего лишь. Одно этого достаточно. Все, потом вернусь и дорублю его. Ес, кроватка. Мне можно спать спокойно. Все, кровать готова, можете считать, что кровать готова, я можно не волноваться. Показана шерстка, спин. Вот, рассвет, трава. Раннее утро. Это я посмотрю. Я люблю на входе ставить сундучки вот так вот. Сейчас я пойду просто нарумонтироваться. Вот. Какао бабы. Вот это неплохо. Как бы меня завели. Вот. Наш домик. Вот домик отлично вернулся. Когда у вас не полная голова, точнее, то у вас не восстанавливается они. То есть, вот, смотря сколько у вас светиков, то у вас восстанавливается, пока у вас пока минус хотя бы один голд, у вас уже не восстанавливается здоровье. Лучше не голодать. Убил. Всего лишь опыт один выдался и все. Жаль. Дальше вот сюда я могу уже сделать проход прямо вот сюда. А, кстати, я даже ночью еще вот то дерево срубил, но это позже. Я не знала, что я делаю. Я никогда не планирую, что я делаю на завтра, но вы можете планировать. Что это ерунда. У вас могут быть другие планы на завтра. Могут быть, может вас окружить крипер или эндермен. Вообще эндермен окружить.
типа, по-моему, правая. Далеко, далеко, далеко. Ну ладно, будем делать второй этаж. Давайте. Работаем, переработаем, переработаем. Мало набрал дивизии. Неплохо. Есть 64, конечно. Ладно. 32 потратил. На ящик. Еще один. Так, ящичек. Так. Так, конечно, это видео не будет иметь целиком, потому что мы некоторые части будем вырезать. Так что, ну, на этом. Так, я пока построю дом, а мы пока с вами закончим. До свидания.